Привет, товарищи, как вы? Это американский русский, ваш друг, ваш приятель, профессор. Я наткнулся на того, с кого я начну исследование. И он может стать моим первым русским героем. Это маршал Жуков. Я случайно увидел его, наблюдая за Оливером Стоуном. Как это называлось? Нерассказанная история США. Я не знаю, если вы, ребят, слышите эту королеву воинов. Она на кухне. На кухне босиком готовит еду. Да, помните, ребята, женщины любят, когда им говорят «иди на кухню босиком». Они любят это. Моя жена, королева воинов, сказала: «Маршал Жуков – один из величайших военных стратегов всех времен. Он спас Сталина во Второй мировой». И я сказал: «Действительно? Почему я не знаю об этом?» И я начал искать публикации о нем. Я думаю, Георгий Жуков может стать моим первым русским героем, поскольку я продолжаю изучать дополнительную информацию. И я предполагаю, что он все это воспринимал как очень личное, потому что он был славянином, и глядя на то, что творили нацисты со славянским народом... Итак... Грегори Злоп... Жуков... Я брежу. Учитывайте возраст. Мы приветствуем вас, маршал Жуков. Возможно, мой первый русский герой. И да, убедитесь, что вы проверили наше радио, darkskyradio.com. У меня появилась пара новых передач о истории оккультизма в Америке. Это было увлекательно. Я думаю, ребята, и вы посчитаете это увлекательным. И продолжается работа по набору 100 тысяч подписчиков. Пожалуйста, помогите. Сделайте столько поддельных аккаунтов, сколько сможете. И подписывайтесь. Я шучу. Просто подпишитесь от своего соседа. Увидимся позже. Мир.